Всем привет! Продолжаем прохождение Dark Souls 2. И у нас на повестке дня нам нужно убить короля, который уже мертвый, но мы ему поможем дальше закончить это дело, так сказать. Как же тебя убить-то аккуратно? Ну, не могу я мимо ударить, ладно. Да, сейчас быстренько тогда убьем все. Хотя, а если попробовать не убивать? Что выпало, да? Можно сделать по-другому. Потому что мы уже убивали их, смысла еще раз убивать нет, да, практически никакого. Больно. Ну все, мы пришли. Привет, мой дружок. Скушай пирожок. Хочу сказать сразу, что когда я играл первый раз, я его не убивал, потому что это босс опциональный. А я по привычке никогда не нападаю просто так. Но я теперь знаю, да, что это босс, в принципе, по сюжету его нужно убить. Хотя не обязательно, но нужно. Все, у нас есть королевское кольцо. Оно открывает нам доступ к разным вкусняшкам. То есть нам есть что будет снимать. Хорошо, теперь смотрите, чтобы у него спала защита, а у него защита очень большая, да, изначально, нам нужны души гигантов. А чтобы они просто лежали у нас в инвентаре. Вот, душа гиганта. У нас и есть души гигантов. Теперь. Теперь. Что нам здесь нужно и что не нужно? Кольцо связи, в принципе, не нужно. Оружие у нас целое. Хотя, больше нам нечего ставить. Что за фигня? Ладно. А, нам нужно поставить, да? Попробую это сделать вот так. Ну что ж. О, смотрите. Ха. Привет, сеструня. Ну, то я и так без тебя знаю, ты мне ничего нового не сказала. Вот такие вот боссы опциональные, да? По-моему, я знаю это два босса. О, смотрите, она сама стрельнула. Это этот босс, и потом еще будет дракон. Сейчас он сагрится на нас. Ну, и чё? Ха, он, видимо, не хочет агриться на магию. Ну что ж. Пробуем. Так, раз. Два. По идее, три удара. Три. Ну и чё? Ну, сколько у нас процентов? 40. Много веса. Вот, так нормально. Потому что, смотрите, когда у нас 70%, да, мы падаем медленно, двигаемся медленнее. Когда у нас меньше 40%, у нас очень быстро регенится выносливость. Смотрите, это еще плюс кольцо, да. Ну и без кольца очень быстро регенится. Почему он меня не бьет, я не понимаю. Так на него что, магическая вообще, может, атака не идет? Эй, ты, давай драться. Не понимаю. Может, реально ему пофиг на магическую атаку? Эй, дяденька, давайте драться. О! Нет? Да какого фига-то? Почему он не бьет меня? Пфф,
Ха-ха-ха. Это бред какой-то вообще. Давай драться. Ладно, видимо, я что-то делаю не так. Ладно, что-то тогда я посмотрю, что не так. А? А? Так, ну нет, короче, все правильно я делал. Ой, как больно-то. Просто нужно было еще раз ударить. Я не знаю, что за бред. Вроде говоришь, что нужно ударять там пару раз. Я ударил его множество раз. Он очень быстрый. Я думал, что он будет помедленнее. О, хорошо. Да. Вот я про это говорил. Видите, какая у него броня, да? То есть убить его почти нереально будет. Поэтому мне нужны еще души гигантов. Это не проблема. Помните, это черная расщелина? Расщелина, как называется, не помню. Расщелина. Можно будет опять уже туда прийти и убить гигантов. Как я помню, да, они респавнятся бесконечно будут. Ну, пока не убьем там раз 15. То есть они еще будут респавниться. Кстати, он мне ни разу еще не попал. Но это, конечно, бред, смотрите. Но это не вариант вообще. Ну, босс, я думаю, легкий. Сейчас его убивать смысла нету никакого. Я ему уже столько ударов нанес, да он был сдох уже. Но я говорю, видите, ну, нет смысла. Пускай убивает тогда. Интересно, по-моему, нужно даже до 5 душ. Ну, давайте тогда 5 раз тогда схожу сам. Вы помните то место, да? Черная расщелина, там, где я прыгал, сверху прыгал к этим. Сначала мы прыгаем, там будет каменная стенка, да, а потом еще ниже там будут гиганты. И вот нужно обоих убивать, еще раз за 4 убить, у меня будет, в общем, 5 душ гигантов. У меня была до этого еще одна душа, я, по-моему, ее скушал. Опять же, не надо было это делать. Ну это бред. То есть он легко убивается. Ну, я говорю, что без душ гигантов даже смысла нету. Давай, братюня. Он бы меня в жизни никогда не убил. Но у меня есть кольца, мне не страшно. Ну все, давайте сейчас тогда нафармлю и включу. Давайте первый раз убьем вместе с вами. Вместе с вами, вместе с вами. Вот они, видите, респавнятся. Да. Вот он стоит, братюня. Ой, что я за парашу взял? Не то взял, ладно, бывает. Ух ты, Зой. Напомню, что вы можете просто ядом убивать и все. Но это недолго, в принципе. Я не то заклинание взял, ну ладно. Одного вот уже убили почти. Соберу ровно 5 душ, потому что, насколько я знаю, нужно 5. Тогда там вообще вот броня, ну это слабая. Блин. Давай, братюня, драться. Я уже говорил, да, что душа выпадает именно когда вы убиваете. То есть она выпадает не из них самих, а именно по сценарию. Вас просто дадут ее и все. Ладно, нет у меня больше этого добра. Ух ты, даже задела меня, да? Молодец, молодец. Опа, а если я делаю так? Опа, сейчас появится душа. Давай, братюня, делись. Нет? Подождите, это уже странно. Почему душу не дали? Может, и не дали, потому что она уже у меня есть. Может быть, такое, кстати. Ладно, сейчас я попробую еще раз. Косточки есть? Есть косточки. Сейчас попробую еще раз, но я выложу душу, которую, вот эту вот, которая уже есть. Очень странно, конечно. Все, я понял почему. Поэтому. Короче говоря, да, надо юзать уголь вражды. Только так можно получить души. Только так! То есть сейчас все будет сложнее миллионы раз. Миллионы раз, да? Блин, кольца нету. Ну ладно, сейчас что-нибудь придумаем.
Ну, короче говоря, сейчас я буду фармить, хотя бы попробую набрать это еще плюс 3, чтобы было в итоге 4 души гиганта, и буду убивать так. 5 я не хочу, слишком много, 4 пускай будет. Кстати, пока я вот готовлюсь идти фармить, да, я сейчас починил кольца. Надо сделать апгрейд левела, и надо прокачать все-таки ученость, потому что у меня всего лишь, да, 2 ячейки, это очень мало. Заметьте, улучшить флягу, у меня при этом есть еще один осколок. Но видите, я не могу улучшить ее. Не могу, просто не могу, не могу. Так, ученость. Раз. 4. Все. Пока пускай будут 4 ячейки. И мы сейчас прокачаем, например, ФЗЧ. Не, ФЗЧ потом прокачаю, потому что я знаю, какие доспехи. То есть я возьму хорошие доспехи. Посмотрим. Мы адаптацию прокачаем. Нам нужна адаптация тоже, хотя бы там по тридцатник, чтобы мы могли нормально прыгать, да? Ну ладно, я иду фармить. Дайте мне душу. И что? Что за бред? Я не понимаю. Стоп. Почему я не могу фармить души гиганта? Вот кто мне скажет, я не могу понять. Я заюзал уголь вражды. Я убил двоих гигантов только что. Ничего не дали. Ничего не понимаю, короче. Я вообще ничего не понимаю. Быть может, я не там убиваю. Может, нужно прям здесь стоять. Что за бред вообще? Заметьте, я их убил уже третий или четвертый раз подряд. Ни одной души мне не дали. Уголь вражды. Ну сейчас тогда еще раз сожгу уголь вражды. Я не понимаю вообще, я в шоке. Понятно, до меня дошло почему. У нас же здесь два босса. Ой, у нас здесь два костра, смотрите, первый, второй. Скорее всего, второй костер относится именно к боссу. А первый костер именно там и нужно сжигать. Сейчас попробуем. Ну давайте попробуем здесь. Ну вот, душа гиганта, вот что мне и нужно было. В принципе, несложно их убивать с помощью магии. Потому что я говорю, что магия это легкий способ победы. Даже запомните, чтобы вот фармить, вам нужно сжигать уголь именно в том первом костре, не во втором. И здесь еще будет обновляться по-любому кувшин, да? Да. Что у нас здесь такое? Серебряный талисман. Не хочу! Так, ну чё. Все, пойдемте последний раз убьем. Последний раз, так. Опа, опа, потом сюда бежим, потом сюда, потом аккуратненько спадываем. Спрыгиваем. Опа, спадываем. Потом идем сюда. Потом идем сюда. Я уже выучил наизусть. Это будет четвертая душа, но я думаю, хватит нам 4. Не буду же и миллион собирать. Ой, какое долгое заклинание. Ой, какое долгое. Так, вот копье души, кстати, уматное заклинание. Вот его плюс в том, что он проходит сразу через это всех врагов. Что он бежит? Нифига себе, что новое. Он бежит. Хотя мне души дали, кто-то умер. Вот так. О, видите, сразу двоих продамажу. Но, к сожалению, пока у меня слишком мало этого заклинания, нужно прокачивать дальше. Отстань от меня, дяденька, отстань от меня. И все такими темпами. Нету магии. Берете лук и все, и наяриваете. Ох! Это повезло, что я не улетел хотя бы. Кстати, далеко он заходит, а нагло. На! Это нормально, это еще не больно. У меня 15 тысяч хп. Так,
Кстати, за него дали 13 тысяч, это очень хорошо. Опять же, пофармить можно, вот. Ты следующий. Видите, он просто так орёт, что-то не знаю, на чем он орёт. Уходи, братюня. Прикольное заклинание, но слишком очень долго. Очень долго. Ага. Видите, я просто уже привык использовать бинокль, мне вот удобно. Так, еще осталось немножечко. Все. Фух, четвертая душа. Четвертая душа. Спасибо тебе, ла-ла. Так, ну все, я прошел, даже не пробегал. Просто пошел своим мечом пополам, распилил. С одного удара минус 5 человек сразу. Фух, что-то мне кажется тяжеловато. Так, надо приготовиться, да? Ага, вихрь души. Все-таки хочется с первого раза. Мы в прошлый раз не считаем. Это мы не будем считать, что это была драка. У меня не получилось, потому что... Сами видите, там не было ни единого шанса. Надо было сначала подготовиться, да? Сначала надо было души собрать, а уже потом идти. Там просто было, ну... Конечно, возможно, но это бред просто был. Так, 4. Можно копье один разок кинуть. Самое главное, драться именно мечом. Ох ты! О, красавчик! Все, я сдох, да? Офигеть! Вы видели это? О, да. Фух, он застал меня врасплох. Нет, да, долговато пилить надо будет его. Долго пилить. Убить, в принципе, можно, но пилить его очень долго. Ох, ты прям в самый последний момент. Так, выносливость, выносливость. Тихо, тихо. Ну что ж ты такая тварь дерзкая, а? Слушай, лучше с руки. Вот не надо эту магию использовать. Нет, давай отойдем, 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 братюня, иди сюда. Он еще проклянул меня, вы прикиньте. Мразь. Капец, нафига ты жесткий, чувак. Мой косяк, мой. Мой косяк. Мой косяк, не рассчитал. Ну да. О, красавчик. Эх, ладно, тогда пойду я еще одну душу на фармню, чтобы было 5. Может, получше будет. Так, что ж, OSGill. За мной там целая толпа идет. Я думаю, сегодня они придут. Попытка номер 2. Это же сделаю вот так. Не хочу я быть мутантом.
Достал я еще одну душу. Посмотрим, может быть, будет получше. Блин. Ох ты какой злой. А, ну по уши гораздо лучше. Посмотри, какая разница. Ох ты молодец, а. Ох ты молодец. Ну что ж такое, а? Блин, не получается. Не, его убить очень легко. Просто видите, я все удары принимаю, Господи Иисусе. Надо собраться, так, давай, соберись. Ну вот. Вообще, изи, просто изи. Никакой сложности нету. Ну просто не забываем, что у него очень сильные удары, да? О, видали, какая атака? Во, сейчас мог мне продамажить. Не балуй. На. Так, эта мразь зажимает меня в угол. Раз, два. Ах, красавчик. Красава, Вася. Уважаю, молодец. Просто красавчик. Молодец. Красава. Не, кстати, молодец, старикан. Хорошо все делает. Так, ну все, потихонечку продолжаю. Эх. Не, когда-нибудь я его убью. Капец, у меня столько хп. У меня столько хп. А ты меня убиваешь еще, а, мразь? Да я думаю, в любом случае, далеко не все с первого раза его проходили. Далеко не все. Сейчас получается на нем третий раз уже, да? Тем более это... Видите? До этого его никогда не видел. То есть это, получается, первый опыт как раз получаю. Опа, опа. О, молодец. 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 Да. Да ты же сдохнешь в любом случае. Фух, все, убил этого нуля. Открыто достижение, Вендрик. И у нас 220 тысяч душ. Все отлично. Так, надо еще посмотреть, сколько у нас осталось времени. Но мы сейчас сделаем таким образом. Побежали быстренько к костру. Сколько здесь народу? Сколько же вас здесь, а? Смотрите, два удара. А могу еще вот так? Не, не могу. Ладно, все, бежим. Убили короля. Все, наше дело мы сделали. Сейчас мы пойдем в покои короля, собственно говоря. Для этого, в принципе, мы и убивали его. Так, идем сюда, сюда, сюда. Так, 220 миллионов душ у меня, да? Покои, где же у нас покои-то были? Так, подождите, точно не это? Так, сейчас.
Место покоения Роя, это как раз где тараканы были, да? Где эти вонючки. По-моему, это здесь. Там еще, помните, проход был, я еще с факелом ходил, блин, не помню, на каком именно костре. Точно не там. Так, кольцо у меня есть, да, знаешь, подыхать, можно подыхать, да. Стоп, я не понимаю, где. Там пещеры я был. Да пофиг мне на тебя вообще. Так. Три удара, нормально. По-моему, не здесь, да? Давайте вернемся назад. Чуть не пропустил, а? Вот вы видели, как все спрятали? Да мне пофиг на эти плюхи абсолютно, я бессмертный. У меня 16 тысяч хп. Блин, я человек. Смотрите, открылось. А почему они писали, что эта фигня открывается только с помощью чьей-то... С помощью нежити, а нельзя открывать человечество. Вот человек, смотри. Эх, лохи. Душа короля, собственно говоря. Нам душа это нужна короля. Душа короля, душа короля, душа короля. Здесь у него, по идее, будет одежда. Королевская корона, доспех короля, наручи короля, поножи короля. Все короля, мы короля. Давайте вам посмотрим, мы будем новым королем. Ничего не дает. Ладно, фигня полная. Так, одеваем. Король, король, доспех короля. Наручи короля. Сам в конце везде, да? Поножи короля. Ну, собственно говоря, вот он, я новый король. Он такой, тяжеловато что-то мне. Мой трон. Как я должен на него сесть? Прочитать сообщение. Получилось. Ну а что бы не получилось-то? Ничего сложного в этом не было. Плюс у меня еще 5 душ осталось, гигантов. А? Вот эти все парашу снимем, бесполезное говно. Вот, лучшая одежда. Так, сейчас я кучу гляну, сколько у нас осталось по времени и посмотрим. Мы еще можем кое-что сделать, сейчас. Ну, let's go. У нас еще времени полно. Полно времени. Поэтому или мы утонем, или дойдем до костра. Там два шага идти. И пойдем делать дела наши дальше. У нас много дел. У нас, во-первых, появился кольцо короля. Кольцо короля. То есть это будет уже ключ, грубо говоря. И у нас еще один есть ключ, который открывает каменные двери, да? Я минимум знаю, где еще три каменные двери. Ну давайте, ладно, так уж и быть. Попробуем показать вам, попробую показать все эти двери. Давайте оденем эту чепуху бесполезную. Или новый сет вам показать мой. Ну давайте. Ну, один из моих сетов, вы же знаете, я шопоголик. Шопинг энд голинг. Посмотрим, может потом я его поменяю, но пока можно одеть его. Идем к камеру. Тем более, если я его одену полностью, у меня будет проблема с весом, значит, надо будет увеличивать вес. Блин, я забыл. Надо было поменять заклинание. Какая починка? А, ну вот уже вариант. Я не убиваем мы. На колени все передо мной, на колени. Напомню, здесь находится очищенный прах. Ой, нет. Здесь окаменевшая кость дракона, по-моему, находится, да. И ее можно, в принципе, обузить, если прям так надо. Здесь можно уголь вражды сжигать. Но это прям если очень сильно нужно будет. Ну и зомбики будут сильнее становиться.
Так. Давайте выполним его квест этого отпетого человека, отпетого мошенника. Давайте обменяем. Возьмем пару итемов. Ну-ка, что у нас много? Все равно это нам... мы ничего из этого не будем брать, все равно. Я просто куплю, чтобы потом посмотреть. Вот, арбалет со щитом. Да, смотрите, забавная вещь. Душа колесницы палача. Нет. Во-первых, можно начать с клинков хороших. Вот великий двухручный меч. Почему бы его не посмотреть? Купим его. Копье. Копье. Ну давайте купим вот эту фигню. Алебарду я не хочу. Самое матное оружие это какое? У которого уже есть эффект. Например, вот это вот. Вау, парный клинок. Ха. Можно попробовать. Ладно, хватит, короче. Вот, смотрите. Тут я получаю свой сет, и мы выполнили квест. Черный капюшон, черная мантия, черные перчатки, черные сапоги. Да все, все, до свидос. Так, давайте глянем, что же мы все-таки приобрели. Просто надо уже приодеться. Ну да, надо будет увеличить тогда у нас вес. Во-первых, мы приобрели нечто потрясающее. Еще ни разу не видел этой фигни. Нифига себе посох, смотрите, нехило так, да? Офигеть. Ну как нехило? Средненько. То есть, например, у меня будет гораздо сильнее магический посох. Ну вот. Смотрите, прикольно. Офигеть. А чем прикол? То есть, типа, щиток сразу идет. Пау. Ну так вот выглядит арбалет с щитом. Не, прикольно. Хотя, какой самый лучший арбалет в игре? Я могу показать вам. Имба. ИМБА. Вот он. Эвелин. Мы его подняли, кстати, в этом замке. В самом последнем. Вот это вот склеп нежити. Перед первым боссом, который стражник, который защищал короля. И там мы открыли секретную дверь. Помните, да? Мы еще тогда дрались с духом игровым красным. Так что можете просто взять уголь вражды кинуть, и он там опять появится, по-моему. Я не помню, где он лежал. По-моему, он там лежал на трупе, не в черном ящике, железном. Так вот, это одно из самых сильных оружий, потому что он стреляет 3 раза. 3 сраных раза. Смотрите. И когда особенно вы берете в 2 руки, это вообще такая жесть, такая машина смерти. Тысячи трупов. Тысячи лежат перед вами. Вау-вау-вау-вау. Это еще не забывайте, у меня еще штрафы наложены. А знаете, что я думаю? А может быть мы потом попробуем с вами? Давайте потом я уже, когда пройдем игру, попробуем собраться именно в этот арбалет суперский, который делает 3 выстрела. Я молчу, что можно использовать болды, которые накладывают яд. То есть вы стреляете, бабах, 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 все, человек отравлен 100%. Хорошо, что мы еще купили? Мы купили еще хороший меч. Вот он. Но мы не можем его использовать из-за силы. Ну как хороший меч? Мне такое оружие уже надоело, именно то, что оно медленное. У него есть суператака, но мы не можем видеть суператаки, да? Когда у нас, видите, крестик стоит на метод на оружие. То есть это оружие не подходит по характеристикам. Даже в 2 руках. Ну, прочитаем. Эффект специальная атака, сильная атака. Не, по идее, он должен, наверное, огнем бить. Хорошо, этому все понятно. Нам оружие это не нужно. Теперь собираем сет наш. Черный капюшон. Скорость исполнения заклинаний. Отлично. Да, кстати, этот сет в чем еще это хорош, что у него хорошее сопротивление магии, это плюс. И вот еще.
Ну вот так вот. То есть у него отличное сопротивление. Именно в первую очередь сопротивление магии хорошее. Защита магическая, смотрите, 172. Защита огонь. 150. Нифига у меня защита. Так я что, бессмертный что ли? А защита огонь, наверное, потому что, видите, я интеллект качал. Ну вот да, с молниями и с тьмой будет проблематично. Так, у нас, наверное, большой вес стал. Ух ты, 37 килограмм. Так он еще, это меньше весит, что ли? Нифига. Да. То есть тот сет запрещал делать бэкстепы сзади нам и увеличил количество душ. Ага, просто сопротивление. Ну, походим пока так, потом все что переоденусь. Прикольный сет. Как у него, смотрите, такой же абсолютно. Ой-ой-ой. Ладно, let's go дальше. Let's go, let's go, let's go. Сейчас мы пойдем делать следующее. Во-первых, я вам покажу, где самый сильный сет в игре по физ-броне. Это у нас получается... что? Помойка, вот помойка. По-моему, первая, да, первая. Вы помните, да, где мы взяли ключ этот? В расщелине, да. Идем вот сюда, вот, вот сюда, вот. Ой, прыгать нам сюда не нужно. Нам нужно в ту сторону. То есть нам нужно сюда вот прыгнуть, вот. Странно, что эта шляпа не горит. Нам здесь, в принципе, не нужна будет магия. No magic is included. Он, видите, бесится. Так, ладно, все, понятно. Это вот самое первое место, куда вы попадете, да? Блин, неприятные эти статуи, ненавижу их. Куда вы попадете, и вы не поймете, что это такое стоит, что за дверь, как ее открывать. Но я вам могу сказать по секрету. Так, делаем так, потом вот так и вот так. Open the door. Видите, здесь очень много статуй, которые плюются. Бабах. Все равно мы эти бомбы почти не используем. Бабах. Чтобы войти уже спокойно. Вы можете, в принципе, бить оружием, хоть танцевать. Я всех убью вас, всех. Всех. На. Ну вот, собственно, и все. Опа. Большой щит Хава, шлем, доспех и бла-бла-бла. Как я понимаю, да, у меня быстрого... блин, а. Здесь далеко идти, да, до костра. Ой, как далеко. Ну, в принципе, можно так... Не, далеко, все равно далеко, да. Let's go, let's go, let's go. Я сделал быстрое ТП. Нам все равно надо сюда сходить было. Сейчас мы починим колечки быстренько. И, собственно говоря, посмотрим, что же за сет мы собрали. Я думаю, вам всем будет интересно. Во-первых, что у меня с кольцами? Это кольцо мне больше не нужно. Поставим вот это. Вместо этого мы поставим... Окей. Все, поехали. Собираемся в супер тяжелый сет. Но он очень защищен от физ урона. Также и более-менее от магического. Так, правильно? Все правильно, да. Но он очень тяжелый, конечно. Самая большая проблема. Вот она. Вот такие вот пироги. Вот такой вот у нас сет. Это моя максимальная скорость. Смотрите, я быстрее не могу идти. Это
Это только сейчас 600, а потом будет на 1100 броня. Такие сеты, кстати, сейчас встречаются PvP. Нам этого не надо, я не хочу тяжелой одежды. Нету смысла, поверьте. Если вам со спины сделают нормальный бэкстеп, тем более каким-нибудь там оружием хорошим, то у вас пробьют все. Темный наруч. Ой, не то. Черные, темные, черные, зеленые. Вот. У нас собран пока такой будет сет, а потом я подумаю. Мы открыли первую каменную дверь. Идем во вторую. Так, подождите, где у нас вторая дверь? У нас здесь еще одна здесь дверь. Так, подождите. Вспомню. Давайте лучше начнем с нее. А закончим потом этой. Вторая дверь у нас здесь. Здесь у нас будет третья дверь. Если это она еще. Я не помню, она не она. Но здесь сейчас точно будет у нас дверь. Тем более, у нас есть лестницы. Пам-парам-пам! Пу! У нас 150 лестниц. Мы будем мажорами. Давайте сделаем так. Давай, братюня. Все. Три лестницы. Нормально пойдет. Не, ну вдруг я пойду когда-нибудь с той стороны. Да все, до свидания, заколебал. С той стороны или с этой пойду. Так, мне куда нужно идти? Это самая далекая лестница, что ли? А дальше нету лестницы, не? А, во! Это же то место, да, как я понимаю? Да, это то место. На! 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 Нет, этот ключ не забытый. Я вспомнил о нем. Вау! Вау! А, это еще не все, да? А я уже не помню, что здесь было. Так, сейчас, секунду, я прочекаю. Ну, смотрите, у нас здесь три ящичка. Начнем с этого. Большое копье молнии. Ну, пригодится. Возможно, я вам потом покажу, как качаться через молнии. Ветка ведьминого дерева, колокольная лоза. Какие интересные названия. Ветка дерева, колокольная лоза. Ветка это вот это вот. А, колокольная лоза, это у нас молниями. Но все равно, для молнии есть еще лучше. Драконий. И ветка. Видите, я все нашел с первого раза. 140, какой же шляпа. Вихри душ! Слава волшебство! Все! Мы открыли вторую каменную дверь. Осталась еще одна. Вот что за ней, я не помню, честно скажу я вам сейчас. Но проблема в том, что туда еще нужно дойти. Это вот будет не так уже быстро, конечно. Всего лишь что нужно будет поубивать 50 человек. Вот какая большая лестница-то, а? Скорее бы уже дали перышко, чтобы я мог телепортироваться спокойно к костру, и все. Это будет все быстрее 2 раза. Мы убили еще одного босса. Смотрите, по идее сейчас у ней должно появиться очень много итемов. Смотрите. Да отвали уже, все, вот. Ну, к сожалению, не бесконечная. Все, до свидос.
Так, теперь мы идем сюда вот. И последняя дверька вот здесь вот. Ну, видите, эти доспехи, они такие стандартные. Ну, ладно, я подумаю, в любом случае. Куда я пошел? Я не знаю, куда я пошел. О! Подождите, у нас же здесь быстрый выход. Вот он, точно. Да, быстрый проход, мы открыли его. А, больно. Вот он. Когда мы первый раз здесь, этот проход закрыт. Вот в этом-то и проблема. А теперь он открыт. И теперь поднимаемся. Ой, что тебе надо от меня так? Ну давайте убьем его, что ли. Ну что ж ты такой злой-то, а? Злой трупик. Вот она. Она не открывается. Так что ладно, знаешь, я все-таки не угадал. Странно, что я не помню. А я вот это вот не помню. Не помню. Тогда даже нечего нажимать, да? Ну ладно, в любом случае, нам есть куда дальше идти. Мы получили кольцо короля. У нас открыты множество проходов. И мы уже скоро закончим игру? Да. Эта дверь, я не знаю, я посмотрю для чего, нафиг его знает. Но я уверен, что она не просто так стоит. Потом, может быть, я еще подумаю про мои итемы. Ну, это что-то не очень итемы, конечно. Ну, это обычно, я говорю, лучше всего собираться так, чтобы вот были эффекты. Хотя это хороший сет именно против магии. Вообще хорошо идет. Ну ладно, это уже другая история. А мы сейчас попрощаемся. Хороший был выпуск, убили короля. Потом много чего сделали. Потом нашли его апартаменты, да. Потом открыли разные двери. Но она, я так и думал, я сразу говорю, что возможно нет. Видите, она как-то иначе выглядит, по-моему. Я не помню, когда она открывается. Давно уже не играл. Может, после убийства всех этих мудаков. Ну, в любом случае, я хочу сам поиграть, немного отдохнуть. Буду помогать другим. Само собой, я не буду проходить сюжетки без вас. Бесцельность на укрытие. Семь. Ага, четыре. Босс впереди, короче, маг. Босс впереди. А, знаете, что я делаю? Я, наверное, поищу всякие заклинания, соберу нормальные. Фиг его знает. Посмотрим. Ой, блин, а мне больно что-то. Мимо. Да видите, я просто это боюсь, что меня убьют. Да матерь божья. О! Быстрый реген. На. 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 Вот так, прям по макушечке ему. Да блин, кто меня сзади держит? Все, с видео, короче. Ну и такими темпами с помощью бинокля мы нагибаем. Ну все, всем давайте до следующего выпуска, что ли. Пока!